Здравствуйте. Так вот, кто сказал, что для того, чтобы что-нибудь нарисовать или написать картину, или слепить скульптуру, вообще нужно что-нибудь? В принципе, мы можем просто, даже не выходя из кровати. Если по какой-то причине нам нужно быть дома, у нас нет материалов, или мы просто хотим написать или нарисовать что-нибудь, пользуясь всего лишь нашим воображением. Это тоже замечательно работает. Есть два варианта, то есть два направления. Одно – это черно-белое, а другое – цветное. Все, что нужно, это сделать это закрыть глаза, немножко подышать и начать представлять себе сначала белое пространство, он же наш белый лист. Белое, огромное, может быть, даже снежное. Девственное белое. И туда запускать линию. Эта линия гость, и она будет рисовать все, что нам вздумается. Если у вас совсем нет идей, вы можете просто чертить круги и круги и круги. Или восьмерки. Это просто приятно. А можете нарисовать прямо хоть что угодно. Дайте этой линии свободу двигаться. Размах и масштаб. Можете спокойненько продолжать. А теперь второе направление. Для тех, кому нравятся краски, красочность, материя. Попробуйте опять закрыть глаза, подышать. Я, например, даже зевну. И потом представить себе сначала замечательный мольберт, на котором холст любой формы, он может быть горизонтальный, он может быть вертикальный. Представьте себе палитру, которая стоит рядом на высоком столике. И в этой палитре все самые нужные нам краски. Скажем, для начала у нас есть прекрасное желтое, как подсолнух. Или слегка лимонное. У нас есть красный. У нас есть синий. У нас есть белый. Ну, и может быть появится черный. Но пока что у нас желтый, красный, синий и белый. И вот вы берете кисточку. Представьте себе, она узенькая или широкая, квадратная или круглая. Вы берете и начинаете смешивать такую краску, которая вам сейчас больше всего нравится.
любого цвета, который вам сейчас больше всего нравится. И вы начинаете писать вашу картину. Это может быть пейзаж. Это очень успокаивает. Это может быть натюрморт. Или определенный предмет. Или портрет чей-нибудь. И вот вы не спеша смешиваете цвета и пишете картину. Вы можете продолжать это делать сколько угодно. В это время глубоко и равномерно дышать. И даже, может быть, слушать музыку и получать большое-большое удовольствие. Не забудьте подписать.